все, пожалуйста. Отойдите все от Джонни. Бля, я думал, что мне напоминает твой голос? Вот он, что напоминает. Переводы вот эти, вот, знаешь? Таких старых боевиков. Это все одним голосом. Прям один в один. А это все, что он делает? Да, это все, что он делает. Хороший босс третью категорию. Он вот эту притяжку типа дает и взрыв, потому 38 тысяч. Просто шмот надо для этого. А потом он превращается. По-моему, и... на Сидракосе я такое уже видел. А потом он превращается, и вы увидите веселье сейчас. Притягивает, притягивает, а этот буквально на пол шишечки. А что, он так и будет бить? Набиваем ХБС. Если никто сейчас не отойдет от него, то он так и будет бить, да. Я хиляю. У него фулл ХП теперь. По-моему, мы ему и ни хера и не сняли. Лока у нас нет, наверху никого нет, да, я так понял? Лок там у нас есть. Есть. Тогда надо сумануть хилов. Он карочка, я шарпи стук. Царь тоже спекнись по хиль. Хила? Или за хили, блин, я просто не знаю. Да и я не знаю. РТДшника тут вообще нет. Я один. Один хил? На, да, я захилю. Два. Два, все, ты захилим. А чё, бабл покинул? Ну, нос на тебе. А. Да мы захилим. По-хорошему, в три рыла нормально. Надо вот, кого сумолить, да? Ну, давай, сейчас я сумму. Царь, тогда спекни с хила. Сейчас ну, сумолю. Давай. А там лок есть, а то... Есть. Сейчас спекни. Тыкайте на смог. Лежуха. Чё, у тебя нету двойного спека? Царь. Чего? Двойной спек есть? В смысле, если у меня, конечно, есть. Все. Ребят, бой состоит из двух фаз. Сначала мы бьем вот этот вот аппендикс. А вот, единственное, что он делает, это пуляется и, может быть, притягивает. Ни разу притяжки не видел. А потом, как только мы сносим вот эти несчастные 20 лямов, у него идет вторая фаза, по-моему, тех же габаритов. Там просто манекен. А, ну дайте кулачок, пожалуйста, под ДК. Либо нас не пал похуй. Уважаемые палы, дайте. МП5 по пристан, желательно. Турбо, подойди чуть ближе, я на тебя где-то дам. А, у нас один паладин. Тогда ладно. Сразу все повешено. Чё-то он кастит, отбегать? Нет, да. Получать лицом. Оп. Вот только из этого выбери. Получил лицом. Спасибо. У кого-то там, по-моему, вещи постирались. Это у меня, наверное. Бля, а чё тут хилить, а? Если там... А сейчас вторая фара будет, видишь. По идее, здесь надо будет. Вот обжигающий. Хорош. Черенка просят топ. Нихуя третья по ДПС, а тупо БДК ДД нахуй. Бля, уже четыре. Ну а БДК так неплохо ДПС. С шеймом нормально будет. Какой-то хуйня еще парирование идет, прикиньте. А у нее везде лицо, у него нет спина. Тут... Ты его видел? Стоит аппендикс.
Если что, то можно встать и прибежать. Это так. Это сложно, сложно. Две роги как бы отдыхают. Роги, вы можете выжить, если прожмете ложный выпад под конец каста. Да нет, просто они не усвоили, что надо драпать. Нет, а можно не отбегать, роги. В принципе, и все. Ну, я пойду. Ну, вот, почему? Вот мобайл его бить. Надо убить, и все. А я хил. А далеко мы не убьем. Ого. Хилим, хилим. Так, а кто-то говорил, что это манекен. Нет? Манекен не бьет. Помни, как, по-моему, в катаклизм есть манекены, которые могут тебе лицо оторвать. Но это на танковые... Рейнджи, на рейнджу максимально встаньте, да дальше... Это танковые манекены. Да-да-да. Но могут же. Могут. Ну так они и сделаны для танков. Ну так ты, может, не умеешь читать. У меня, например, такой наводный. А меня есть ману залить? Ты же говоришь, что с обновлением садятся присты, а без обновления. Не, я всегда сажусь. А я обновлением по КДИ-чок не сажусь. А не знаю, как ты так делаешь. Научи. Я этот мах волшебный чит. Сколько у тебя МП5? 1300. А, ну это под бафом, сейчас баф спадет. 900. Обновление же стоит 700 маны. 590. У меня 700. Ну чё-то ты делаешь не так, братан. Там это... Рейд не покидаем никто, когда убьем, я там ЕП за помощь на категорию. Вот понимаешь, если раньше не добавили, то народу было бы больше. А это понимаешь, это было на вшивость, как бы проверка, кто пойдет. Провокационный шаг. Смотреть, кто хочет помогать, а кто нет. А вот мне на седьмую кату никто не помогал. Блин, открою тебе великую тайну, у меня очень плохие новости. Давайте плюс ГП всем, кто не помогал. Чё? Не-не. Я причем помню, когда на пинке седьмую кату делал, видел чувачка, который был без робота ему бил. Я могу ошибаться, но по-моему седьмой каты нет. Есть. Ну квест на седьмую кату нет, есть на шестую. А, да. Первая ката с робом. Нет, первую кату у тебя сразу дают, да, когда ты... Да, это шестая ката. Седьмая ката сразу при получении 80 уровня. Ну все, поймали на пиздобольстве теперь. Седьмой кат. Ай-яй-яй, все, печаль, беда. Каминор, пожалуйста. Ну я же не такой извращенец, скажите. Вот это дробяшка, вот это дробяшка моей мечты. Кстати, она симпатичная, зря. Да, красивая. Ну, такие говорят. Гвозди забивать. В какой-нибудь там сет из того же, может быть, Тралмара на этого.